Друзья, всем привет! Настроение сегодня радостное. Для этого есть две причины. Первое – это у нас пошел первый снег. Вот, ну, в горах-то он уже давно, неделю назад начал падать. Вот, но у нас вот конкретно на участке сегодня снежок такой сыпет. Красотища, красотища вообще! А вторая хорошая, веселая, приятная новость. Я заказала билеты. Не скажу куда. Оставайтесь на канале. Сами все увидите. Нет, ну конечно, конечно. Немножко поедем, полетим, поедем погреться с Федором. Вот. Здесь уже все. Сибирь, все, все. Зима. Снежочек. Прям уже морозец такой, морозец. Он, конечно, тает еще, падает и тает. Он еще у нас не лежит, но это уже скоро. По вашим советам срежу вот такие сейчас бутончики, поставлю дома, пусть распустятся. Ну, в общем, друзья, это, конечно, не миллион алых роз. Вот, но и ведро роз осенних последних, уже не какашек, вот таких вот всех там в саже, в зале отцветающих, ведро роз. Но все равно оно ведро роз в моей жизни впервые. И это классно! Ну, красота же, смотрите, какая красота. В общем, пообрезала все бутончики по вашему совету. Вот такие, вот такие. Все, что отцветает, все, что зацветает, все, что набирает, все пообрезала. А сейчас воды налью сюда, и оно все это постоит. Обчекрыжила все листики, кучка вот валяется. Листики пообрезала, постоит, что распустится, что не распустится, и... Хочу, знаете, попробовать еще, может быть, поукоренять. Не знаю, черенки-то такие как раз для укоренения. Череночник свой я еще не накрыла, хотя уже пора. Ну, может быть, вот эти вообще прекрасные, идеальные для укоренения, для черенкования, вернее, вот. Блэк Бакара. Ну, посмотрим, что получится. Ну вот, обрезала розы все-таки я. Но обрезка это вот чисто действительно цветоносы обрезала, чтобы она не тратила силы. С этим я согласна полностью на все 100%. Вот. А как таковую осеннюю обрезку, ну там укоротить, там, чтобы лучше перезимовало, этого я делать не буду. Не буду, потому что что перезимует, то перезимует, что не перезимует, то весной все обрежется. Ну вот, совсем маленькие бутончики разместились в стаканчике на окошке. А ведро с розами я, наверное, все-таки вынесу на улице, оставлю. В прохладном месте они дольше постоят. Здесь мы уже печку топим, здесь жарища. Воды налила. Листья обрезала, чтобы не загнили они. Тогда они будут дольше стоять. Вот красота, красота. Блэк Бакара, смотрите, это вообще просто, я не перестаю ею восхищаться. Красавица. Я вот честно не знаю, почему на улице так похолодало, а у меня настроение поднялось. Поднялось прям, вот ничего не могу с этим поделать. Хожу, пляшу, песни пою. Не знаю, может потому что впереди у нас поездка скоро. Снег лег на горах, смотрите. Все, здесь еще он попадал и растаял, а на макушках уже так прилично лег. На иргаках уже засыпало все снегом, на гладенькой все засыпало. Все нормально. Люди скоро кататься начнут на лыжах. Ну, а мы... Оп, ты вставай. А мы поехали кататься по делам. Привет! Привет, все, да, нет. Не привет, уже пока опять. Да я вот,
кому? Это друзьям. А, понятно. Все, мы поехали по делам, делать кое-какие документы с Федором. Вот. И собирать чемоданы.